Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть во Френбоу. И в данный момент как раз таки мы, получается, починили вот эту штуку, которую нас просил починить тот чувачок, Скелетрон. Вот он и говорит то, что мы должны идти за ним. Посмотри на кота. Ну, у тебя и морда, ну и морда смешная. Вот, нам открывает эту дверь, про которую нам говорили, то, что вот, возможно, там он откроет ее попозже. Во. Вот, видишь, он просто сидит там. Разве это не странное поведение? Это просто игрушка, чувак. А мы думаем, что это просто игрушка, а сейчас он возьмет, побежит на нас, там, не знаю, начнет угрожать. Возможно, кролик напуган, и поэтому не шевелится. Не могла бы ты наладить с ним контакт? Я не осмелюсь его трогать. Хорошо, сэр, я возьму кролика и покажу вам, что здесь нечего бояться. Ну, чекай, проверяй, что-то произойдет. Потому что, видишь, здесь даже грядка. Видите? Это просто пушистый кролик. Здесь нечего бояться. Ах, ты права, Френ. Здесь нечего бояться. Ой. Что? Не уходите. Мистер Полночь, это не смешно. Он нас предал? Обманул? Или это опять его очередная... как сказать, ловушка? Ох, почему ты испугал Эдварда? В любом случае, чё? Ты очень милый, это да. Ну, давай смотреть, что эти штуки делают. Не поворачивается. Двой какая-то. Два. Дес. Читается, видишь, дес. Ну, то есть здесь написано на двух языках, так скажем. Как двойка выглядит. То есть одна палочка это один. Две палочки. Ну, одна палочка точка два. Две точки три. Три точки это четыре. Я помню тот. Те. Как цифры. Ой. Ну, отвертка есть. Точнее... Как его назвать-то? Разводной ключ? Или просто гаечный ключ? Морковка какая-то. Не знаю, пока она нужна будет для чего. Давай сюда залазим. И что за кнопка тоже надо было проверить? Видимо, это лифт. Но лифт не будет работать. А, его вот так надо, окей. Оп, 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 оп. Хорошо. Так, что-то здесь у нас не работает, я так понимаю. Чё? А, батарейки нету. Может, из морковки сделать батарейку? Подожди, объединить могу чем-нибудь? Объединить с этим? Не, не работает. Объединить с морковкой? Не, нифига. Ножик объединить? Ой. Объединить с морковкой? Не порезать его. Хорошо. Надо думать, где брать всё-таки... О, вот здесь что-то, кстати, под шляпой есть. Привет, вы другая голова Эдварда? Мне нравится ваш цилиндр. Вот. Один, видишь, одна палочка. Так это понятно, я так это знаю. То есть это не пригодится или что? Какое-то древо. 5. Шрек. Шрек 5. Да-да, мы знаем, что скоро Шрек 5 выходит. Так. Ну и что делать-то? Тройка еще написана, видишь? 3 читается. Ну что, давай попробуем морковку дать кролику. Ну, видишь, нифига. Ну, если я морковку запихаю... А, я ж могу таблетки использовать, точно, забыл совсем. Вот про этого кролика он говорил. Офигеть. Ой, механический кролик. Совсем не милый. Может, кролик злой или голодный? Или и то, и другое? Так, ну что, дайте ему морковку. Морковка для большого-пребольшого кролика-робота. Мы теперь сможем достать до него. Эй. А, и, разумеется, выкрутить что-нибудь, да? Нет. Ножом его ударить? Здесь что-то нужно делать с парковкой. А, точнее... Я вообще бы предположил то, что нужно на него залезть. Ой, батарейка. Оу. Так это ж вообще супер легко получается. Готово. Заработало! Ну чё, выключаю пока эту 3D-графику, нажимаю на лифт. А, это не лифт. А вот эта штука что делает? Поднимает лифт, хорошо. Вот эта штука что делает? Опускает рычажок. Ух ты, механическая рука. Ты живая? Я так понимаю, с механической рукой что-то... А, вот она. Изи. Изи, понял, понял. Все просто. Опа, она. А это мы без таблеток, ребят. Это ее родители.
Опять какая-то фигня происходит. Символ воды, наверное, это с чем-то связано. Видимо, Итверд хотел, чтобы мы это увидели. Вы ли это? Нет. Ну что опять за жесть? А, это... Мы без таблеток сюда зашли и все равно увидели этих родителей. Мамочка, папочка, кто сделал это с вами? Почему вы здесь? Прошу, скажите мне. Какой-то чайник. О, работает. Так, ладно, надо куда-то повернуть. Я предположил бы, что сюда. Если сюда, то не туда. Если сюда, то вот сюда. Если сюда, то вот сюда. Если сюда, то вот сюда. Хорошо. А здесь она бесконечно льется, да? Не, нифига. Может быть, я должен набрать воды? У нас ведро есть. О, успел, да, действительно, набрать воды надо было. Но для чего? Вот в чем вопрос. А, сюда, может быть, воды надо набрать? Ну, если вода у нас есть, зачем еще вода? Давай попробуем использовать сюда, к примеру. Нифига. Использовать сюда. Нифига. Так. Ну ладно, пока что выходим из этого мира. То есть у нас вода и так льется, видишь, в любом случае. Здесь какой-то люк даже. А, у нас здесь этот. Какой-то код. Заперто. Понял. Код написан там. Надо запоминать. Но что первое, что второе? То есть надо смотреть по этому миру. Не понял. Почему 9? Влево 9. А, то есть оно меняется даже. Влево 8. Никого не просим. Не туда нажал. А, я сюда вообще подойти не могу. Ладно, морковку ему даем. Право 5. 9, 5, 8. Право 8. Бля, какая первая, какая вторая, какая третья, какая четвертая. А, вот, подожди. Ну вот показано, куда оно идет. Но какая из них первая? А, все понял, там же 1, 2, 3, 4. Так, влево 9, право 8, не, право 5, влево 8, право 8. 9, 5, 8, 8. Давай смотреть теперь здесь. 5, 1, 2, 3, а где 4? Ладно, давай попробуем. А, вот 4. Я не заметил даже. А, здесь даже целых 4 цифры. Окей. То есть 1 это вправо 8, 2 это вправо 5. Чё? Два раза вправо. Это очень странно. 3 это влево 8. 4. Право 6. И 5 это влево 9. Давай попробуем, окей. Восемь, пять. Я забыл. Восемь, пять, восемь. А четвертая какая, я забыл. Шесть, да, вроде бы. Шесть куда? Так. Так, раз. Ой. Сработало. Нифига себе, мастер. Как я так запомнил с первого раза? Офигеть.
Мастер. Мастер спорта по угадыванию. Включаем свет, здесь какая-нибудь жопа произойдет, да? Господи, опять ты! Сюрприз, френд! С днем рождения! Вечеринка! В честь дня рождения! Я думал, вы хотите убить меня! Ой, мистер Полнича. Мы собрались, чтобы отвлечь тебя! Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг. Мы сделали это, потому что хотели сделать сюрприз. Моя дорогая Френ, присядь, поешь торта. Торта. Ладно, спасибо, котик. Вы меня очень удивили. Спасибо вам, Эдвард, сэр. Торт сделан из твоих любимых ингредиентов. Мистер Полночь мне о них рассказал. И у нас есть кое-что особенное для тебя. От всей команды нашего корабля. Это значит, от всех нас, существ, рожденных естественно или вручную. Держи. Надеюсь, ты найдешь его познавательным. Там мистер Полночь, наверное, вот эта вот игрушка. Вот это да, мне нравится упаковка. Могу я открыть его, пожалуйста? Да, вперед, открой его. Ну, выглядит как мистер Полночь, ну такая вот игрушка, как видите на заднем плане. Но при этом там может быть все что угодно. Ну да, я угадал. Ух ты, игрушечный кот. Большое спасибо, мне нравится, он такой красивый. Он может дать твоим глазам новое восприятие, знаешь, как ультрареальность. Именно это происходит, когда я принимаю таблетки, сэр. Я вижу ультрареальность, но зависит от обстоятельств. Тебе нужны какие-либо пояснения? Ну, давай, почему бы нет. Да, пожалуйста, смотри, ты видела смесь из различных реальностей. А ультрареальность — это невидимая комната, где все существует одновременно. Например, в это время и в этом месте у нас вечеринка в честь дня рождения. Но в ультрареальности постоянно происходят другие вещи. Более медленные, более быстрые или просто невидимые для человеческого глаза. Благодаря времени люди могут различать прошлое, настоящее и будущее. Возможность определять вещи ограничивает реальность. И это помогает людям понять свою окружающую среду. У тебя другое восприятие окружающей среды, и оно не связано с определениями. Ты понимаешь, о чем я? Я не уверена, сэр. Думаю, возможно. У меня голова идет кругом. Ха-ха-ха-ха. Это от того, что корабль-то поднимается, то опускается. А, то поднимается. Задуй свечи, дорогая. Мы скоро достигнем цели. Вы имеете в виду, что мы вот-вот будем дома? Ты слышал это, котик? Да, вот-вот прибудем. Правда? Ух ты, как волнительно. Хорошо, сейчас. Свет погас. Зря ты задула свечи. О нет, 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 нет! Ой-ой-ой, что происходит, мистер Полночь? Ты в порядке? Я в порядке, но надеюсь, корабль не сломается. Звучит опасно. Френ, ты должна помочь. Мне снова нужно вести машину. Камалы уничтожили автопилот. Один остался в живых. Ты должна от него избавиться. Найди его быстрее. Как мне это сделать, сэр? Вода. Она очищает от грязи. Поспеши и помни. Он может скрываться от твоих глаз. Боже мой, котик. Мне страшно. Мне тоже, моя Френ. Мы должны найти Камала. Очень надеюсь, что вода его уничтожит. Пойдем. А мы в этой реальности его будем искать? А вот и он. Не зря же мы воду в ведро набирали. Ой-ой-ой. Что он хочет? Ох, не убегай! Куда идешь? Подожди. А куда он пошел действительно? Я не понял, куда он идет. Ультрареальность нам нужна какая-то. Может быть, действительно она поможет? Ой, здесь уже эта девочка. Он на крыше, скорее всего. То есть это единственный вариант, где он может быть. Вот он. Пожалуйста, не двигайся. Мне нужно полить тебя водой. Ой, зачем я сюда нажал? Не попався. 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 Да сколько ж тебя можно водой-то лить? Тут с одного раза тебя
Может, кто-то избавляется от тебя. Кажется, я наконец избавилась от Камала. Я лучше. Нужно вернуться к Эдварду. Так. Эдвард, сэр, у нас получилось. Камал исчез. Они... исчез, да? Но слишком поздно, дорогая. Я не могу доставить ее домой. Мы снижаемся. Нет, прошу, не говорите так. Это нечестно, нечестно. Это нечестно. Я всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая. Это такое ощущение, как будто вот этот вот чувак, это есть тетя Грейс. В какой-то степени. То есть, как будто слова те же самые. И корабль падал, пока не разбился. Все было уничтожено. Конец. Но это очень грустный конец. Эдвард, расскажи мне другую историю. Хорошо. Это история обо мне и Фрэнбоу. О том, как она обещала никогда не забывать про меня и про магию. Хи-хи-хи. Я обещаю, Эдвард, я никогда тебя не забуду. Хорошо. А теперь пора спать. Жди меня в своих снах, мой друг. Тебе и воображай, мой друг. Глава 4, часть 2. Предписание доктора. Сейчас, наверное, проснемся опять в клинике. А, нет, смотри-ка, в лесу. Надо будет починить велосипед, мне кажется. Эдвард? Ох, котик, мы живы. Мы пережили крушение. Неужели? Да, мы живы. Но Эдвард пропал. Он привез нас домой. Мы за городом, Френ, я чую это. Ты уверен, котик? Мы в самом деле дома. Я думал, ты будешь счастлива это услышать. В чем дело? Просто интересно, где Эдвард? Я бы хотела с ним попрощаться. Может, ты примешь таблетки, чтобы увидеть его снова? Да, котик, но я уже приняла все таблетки, видишь? Банка пуста. Так или иначе, пойдем домой. Может, Эдвард навестит меня когда-нибудь там. Красный велосипед, в любом случае он сломан, не могу поехать на нем. А что, здесь больше ничего нету? Таблеток нету, ребята. Вся банка съедена. Ну, мы в городе. На самом деле, я не ждал, что здесь будут такие локации. Боже мой, это наша улица, котик. Туманная улица. Да, верно. Здесь написано «Туманная улица». Тогда мой дом на той стороне. Так, окей. И вот мы здесь. Дом выглядит более серым, чем я его помню. Что ж, надеюсь, тетя Грейс будет рада меня видеть. Ой, простите. А мы сейчас ключ ищем, да, наверное. Тут сказано, я взяла ключ, подпись Френ. Френ? Это же я. Ничего не понял. Вот здесь ключ, да? Мне нельзя этого делать, написано. Есть окно. Здесь окна. Канализация не работает, то есть через него нельзя. Как-то мне нужно вот этого изучить, да? О, а, здесь что-то есть. О, ключ какой-то. А что, если здесь посмотреть? Давай вернемся, посмотрим, может что-то здесь есть еще. Здесь ничего нету. Таблеток у меня нету, этого у меня нету. Может быть, объединить чем-нибудь можно? Или использовать. Ой, точнее, действительно объединить. Да вроде бы нельзя.
Ух ты, мистер Полночь, ты видишь луну? Она огромная. Да, я вижу. И наш дом в том направлении. Да, мы это уже в курсе. Мы уже были возле нашего дома, если ты не видел. Там, видишь, какая-то занавеска, я не знаю, что такое. Так, ну, в моей комнате. Занавеска развеивается, как флаг. Тогда мой дом — это замок. Как замок в Иверсте. Обойти дом нельзя. С котом поговорить нельзя. Что делать-то? Червей тоже не возьмешь. Да действительно запутано. Запутанная история какая-то. Бенджамина Баттона. Давай, использовать это. Нифига. Использовать это. Нифига. Давай так, использовать это. У меня просто не остается больше вариантов. Что делать-то надо? Я ж не могу взять и в другой мир сейчас перейти. У меня больше нету таких возможностей. Здесь вроде бы тоже ничего нажимать нельзя. Вроде бы, да, огромная локация, заметьте, да? Там супер город. Огромную луну. Говорят, что огромная луна, если я ее не вижу. Ну вон, вроде бы на заднем плане. Вот что он хочет? По крайней мере, мы дома, котик. Спасибо за твою помощь, друг. Мы справились вместе, моя дорогая. Ну где мы дома? Мы не можем зайти. Тетя Грейс! А, я могу так сделать? Ау! Может, ее нет дома? Дорогая, у тебя есть ключ, чтобы войти. Нет, у меня нет его, котик. Но я знаю, что здесь где-то он спрятан. Нужно просто помнить, где. Хм, давай найдем его. Куда ты пошел-то? А что мне его искать? Здесь нету его. Вот, видишь, ключ забран кем-то. А, может быть, сейчас мы триггер открыли? Какой-то активировали. Да не похоже вроде. Блин, это максимально странно. Да не использовать, давай изучить. Я не знаю, здесь ничего нету у него. Здесь изучать тоже нечего. Объединять эти штуки невозможно. Заморить червячка нельзя. Давай здесь опять подойдем, может что-нибудь еще здесь активируем. Иди сюда, котик, ты должен забраться и пролезть в окно. Я не смогла найти ключ, похоже, я его уже забрала. Ты уже забрала ключ? Но у тебя его нет. Звучит очень странно. Да, очень странно. Я нашла только записку, но я не помню, как я ее писала. Теперь, чтобы попасть внутрь, ты должен забраться и открыть мне дверь. Фу. Ну, хорошо. Пожелай мне удачи. Ты сможешь, котик. Будь осторожен. А, вот как надо было. Блин, как сложно-то. Видишь, не люблю такие вот моменты, когда тебе, видишь, определенные действия заставляют сделать для того, чтобы ты мог перейти уже к следующим действиям. Мистер Полночь, ты меня слышишь? Котик, открой дверь. Ой. О, психолог. Френ? Не могу в это поверить. Ты жива? Где ты была? Отойдите от меня. Я не вернусь в клинику. Я уже давно тебя разыскиваю. Как ты сбежала? Я сбежала через желтую дверь, сэр. Хм. А почему ты не дома? У меня не было ключа, но мистер Полночь сейчас внутри. Он залез в окно на втором этаже, сэр. Мистер Полночь? Разве не так зовут твоего пропавшего кота? Да, но мы нашли друг друга. Сэр, могу я спросить, почему вы здесь? Я приехал встретиться с мисс Грейс. Мне нужно сказать ей кое-что важное. Кажется, ее нет дома, сэр. Что ж, возможно, так будет лучше. Тогда тебе придется поехать со мной. Нет, я не оставлю котика снова. Подождем, пока он не откроет дверь. Френ, я не верю, что твой кот внутри. Это невозможно. Я говорю вам правду. Он внутри. С минуты на минуту он откроет дверь. Френ, взгляни правде в глаза. Твой кот умер. Ты должна пойти со мной. Ты офигел, что ли, меня так трогать? Нифига себе, да что же происходит-то сейчас? Это что так все резко-то, алё? Камалы появляются. Жесть. Прости меня, Френ. Я не хотел напугать или навредить тебе. Я просто беспокоюсь за мистера Полночь, сэр. Вы заставили меня его оставить. Он в самом деле жив? Конечно, жив, сэр. Зачем мне об этом врать? Это неправильно. Знаешь, Френ, я был уволен из клиники, потому что слишком много знал.
Я обнаружил вещи, которые пока не понял. Я действительно думал, что ты мертва. Взгляни на эти документы. Убийство семьи на Туманной улице, тела были идеально разрезаны. В начале этой недели Мартин и Люсия Боу Дагенхарт были найдены зверски убитыми в своем доме на Туманной улице. Офицер полиции Марка Халма сообщил, похоже, что тела были идеально разрезаны, а внешний вид разрезов не говорит о каком-либо сопротивлении со стороны жертв. Полиция допросила Грейс Дагенхарт, сестру-близнеца Люсии, но не смогла получить никакой полезной для следствия информации. Самый юный член семьи Френ Боу была найдена в лесу днем позже после убийства ее родителей. Она замерзла насмерть. То есть она умерла? Документы, то, что все думают, что она мертва. Дорогая Глэдис, пусть газеты узнают о Френ Боу. Замерзшая насмерть, она была найдена в лесу. Френ убежала из дома сразу, как узнала об убийстве своих родителей. Горячо любимая Френ Боу, теперь она освободилась от боли. Надеемся, Френ воссоединится со своей семьей на небесах. А тетя Грейс тогда кто такая? Почему от всех скрывают, а именно она все знает? Я не мертва. Я не освободилась от боли. Кроме того, боль — это хорошо. Она говорит мне, что что-то не так. По крайней мере, они выбрали хороший снимок. Я улыбаюсь. Я не мертва. Я не освободилась от боли. Кроме того... А, господи. Я не мертва, сэр. Это все ложь. Я вижу. Я также обнаружил, что твое лекарство подменили. Ты принимала новый вариант дуатина. Я изучал его в лаборатории. Уровень эктопламантина был слишком высок. И это не к добру. Эктопламатин создает дверь между сознанием и подсознанием. Дело в том, что высокий уровень эктопламатина делает дверь слишком широкой. Что может создать большую путаницу в твоем мозгу? Большую путаницу? В моем мозгу? Я немного запуталась, да? Но это все из-за новых вещей, которые я могу видеть и чувствовать. О чем ты, Френ? Я вижу ультрареальность, сэр, а также путешествую в иные миры. Ультрареальность? Должно быть, это последствия от дуатина, ничего более. Это не так. Если бы у меня остались таблетки, я бы вам показала. Тебе больше не нужно это лекарство. К тому же, это все в твоей голове, Френ. Все в моей голове? Может, я смогу это контролировать? Я имею в виду, что ты все воображаешь. Вот и все. Ой, блин. Я пытался рассказать маме правду, но папа и ей бы навредил. Не хочу, чтобы папа снова играл с ножом. Мои руки болят. Ох, ваш отец сделал вам больно. Своим ножом, доктор. Что? Кто тебе это сказал? Вы. Или вы не говорили, сэр? Я ничего об этом не говорил. Боже мой, значит, это правда. Ох, пожалуйста, давай сосредоточимся. Но вы меня не слушаете, сэр. Мы должны узнать правду. Интересно, кто за всем этим стоит? Медсестры, Освальд, кто знает? Я знаю, сэр. Это большой черный монстр, Ремор. Он забрал моих родителей и охотится за мной. Он хочет моей смерти. О, хотела бы я остаться в Иверсте с Палантрасом и Великим Волшебником. О чем ты говоришь? Пожалуйста, Френ, я серьезно. Я так и не попрощалась с Итвардом и Палантрасом. Мой котик совсем один. Палантрас, Итвард. Пожалуйста, Френ. Палантрас, это доктор Иверсты. Он очень пушистое, летающее существо, сэр. А Итвард мой верный друг. Он привез меня домой на своей машине. Кажется, что ты живешь в сказке. Но не все было так хорошо, сэр. Близнецы погибли из-за меня. Я видела, как убивают мистера Полночь. Также я видела маму с папой. Близнецы? Какие близнецы? Девочки, которые были соединены вместе. Соединены, говоришь? Это напоминает мне о деле Клары и Мии. Две девочки в клинике клялись, что видели существо по имени Эдвард. Эдвард? Думаю, вы неправильно поняли, сэр. Он Эдвард. Но что произошло с этими девочками? Доктор Освальд проводил над ними эксперименты. Он шил их вместе. В основном, чтобы посмотреть на реакцию ДНК. Но ничего не произошло. Спустя несколько месяцев они умерли, а их тела бросили в колодец. Ну, видите, то, что происходило в клинике, это то есть у нее было... На подсознательном уровне, видите, в этой ее реальности. То есть мы видели там вроде бы близнецов, да, как раз таки, когда мы были, спускались в подвал клиники, вы помните, в самом начале. Скорее всего, это они и были, получается. Это ужасно, сэр. Вы не можете меня снова отправить в клинику. Не волнуйся, я не отправлю тебя. Я взял тебя с собой, чтобы ты помогла мне. Может, мы найдем зацепку к тому, кто ответственен за все это безобразие. Спасибо, доктор. Возможно, Палантрас бы был прав.
Ну, был, если правильно, букву пропустили. Палантрас был прав на ваш счет. Вы неплохой доктор, вы просто старик. Следующим правилом. Следующим правилом? Что ж, только не сегодня. Мы на месте. Но это кладбище, сэр. Что мы здесь делаем? Увидишь. Пойдем, следуй за мной. Мы, наверное, увидим сейчас свою могилу. Ух ты! Здравствуйте, каменная женщина, вы спите? Вы жуткая. Хотела бы я иметь крылья, как у вас. Это место упокоения твоих родителей, а также твое. Почему вы привезли меня сюда, сэр? Прости меня, Френ, но такова правда, твои родители были убиты. Зная, кто их убил, мы сможем сделать все правильно. Что вы подразумеваете под правильно, сэр? Если мы найдем виновных, мы восстановим справедливость. Используем закон, чтобы наказать и предотвратить подобное поведение впредь. Я понимаю, сэр. И для чего вам нужна моя помощь? Чтобы найти улики и доказательства, нам нужно открыть гробы. Хорошо, сэр, я помогу. Может, смерточерви уже приходили? Кто? В любом случае, нужно найти лопаты, чтобы откопать их. Я пойду налево, а ты можешь пойти направо. Увидимся здесь через несколько минут, хорошо? Да, доктор Дирн. Скоро увидимся. Интересно, что леди прячет в ладонях? Насекомое? У нас еще есть предметы так-то. Нам нужен ключ. Не стоит об этом забывать. В машине есть ломик. Забираем. Здесь все то же самое. Конечно, жестко все это, вообще жестко. Ну, то есть, мы с вами поняли, что... То, что... Там клиника, это и там не лечат детей, там, наоборот, над ними испытывают всякие новые лекарства и прочую ерунду. То есть, какие-то секретные вот эти таблетки. То есть, не дуатин, который должны были давать, а как раз-таки просто пишут дуатин, а на самом деле дают какую-то другую штуку, шляпу. Такие дела. Это все действительно жутко. Это все действительно страшно. Так, что помимо этого еще можно сказать? Помимо этого, я то, что предполагал, скорее всего, так и есть. Но! Ну, то есть, то, что ей все кажется на самом деле. И вот эти все происходящие события, которые происходят в реальном мире, у нее, в ее мире, которые у нее происходят, они выглядят совершенно по-другому. Ну, то есть, в этих пяти измерениях, так скажем. А может быть, кто-то узнал о существовании пяти измерений в действительности, думает, что они существуют, ну, из-за того, что они прочитали книгу вот этого чувака. А давай посмотрим, кстати. Нет, новых страниц нету. Вот этого чувака прочитали книгу и поверили в существование измерений, и решили открыть эти измерения для того, чтобы, ну, что-то там использовать как-то их. И для того, чтобы открыть их, разумеется, разработали лекарства, которые позволяют нам это, разумеется, что-то сделать с ними. Я думаю, что такое тоже возможно. Мартин Боу, отец. Люсия Боу Дегенхарт. А почему здесь нет фамилии? Роза, Мишка, Свечка. 10 лет ей было. Так ей сейчас 10 лет просто. Она же говорила, что ей 10 лет, то есть сейчас какой год идет? Странно. Надо было как-то запомнить это. Насчет года. Чего у нас здесь? Ну, здесь по-любому нужно будет что-то открыть. У нас как раз-таки уже ломик есть. Мы обязательно это откроем. Надеюсь, вам понравилась серия. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылка в описании, в шоп-канал. Это была игра Friend Bow. Гораздо все интересней, чем кажется на первый взгляд. Но действительно, игра довольно-таки страшная, жуткая. И самое страшное, ребята, то, что какая-то степень, ну, того, что, к примеру, происходит в клинике, то, что какие-то опыты ставятся, и вот эти вот зверские вещи происходят. Ну, то, что связано с реальным миром, на самом деле это может быть и в реальной жизни. Вот что самое страшное. И когда представляешь, то есть на основании того, что здесь происходит, то, что люди какие-то там в каких-то клиниках тоже делают такие эксперименты,
Это жуть. Это действительно бросает в дрожь. С вами был Олег, спасибо всем за просмотр и всем добра.